У поэта соперников нету. Ни на улице, и ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, о себе. Руки тонкие к небу возносят, жизнь и силы по капле губя. Догорает, прощения просят. Это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, поле пройдено, сделано дело. Вам решать, для чего и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче ваше, все для вас посвящается вам.